О, привет! Простите, я тут сочинял чумовые тексты, не заметил вас. Ну, раз вы и так прервали поток мыслей, расскажу вам про мой новый Лего-фильм «Бэтмен». Когда 3 года назад выходил Лего-фильм, все думали, что это будет просто реклама конструктора. Но создатели преподнесли нам сюрприз и сняли остроумную и трогательную историю, которую не стыдно поставить в один ряд с историей игрушек. А уж какой там был Бэтмен! Суровый, смешной, самоуверенный. Он так всем полюбился, что заработал свой собственный мультфильм. От Лего Бэтмена многие ждали продолжения Лего фильма в том же стиле. Но тут важно не путать. Лего фильм 2 пока находится в разработке, а мультфильм про Бэтмена никак не связан с ним по сюжету. Слышал, в соцсетях только и обсуждают, что мой новый шикарный Лего фильм «Бэтмен». Это как тот первый Лего фильм, только гораздо круче, потому что он целиком и полностью обо мне любимом. Действие новой картины происходит в городе Готэм, который Бэтмену постоянно приходится спасать от Джокера и его приспешников. Полиция бессильна и может только звать его на помощь. Бэтмен работает в одиночку, живет на собственном острове, играет рок, почти не снимает маску и наслаждается статусом суперзвезды и холостяка. Но неосторожно пообещав опекать юного Робина, он впускает в свою жизнь сына, и это меняет все. В том числе его подход к борьбе со злом. Вот сейчас я вообще не понимаю, о чем идет речь. Вы усыновили сироту на светском рауте. Это же был сарказм! Привет, секретная камера! Те, кто смотрел Лего-фильм, наверняка удивятся. Какой еще Готэм? Разве игрушки не живут в городе Лего, расположенном на столе? Однако Лего-фильм был не первым фильмом, связанным с этим конструктором. Просто предыдущие выходили прямо на видео. В их числе было много короткометражек про Лего Бэтмена. Именно на них и похож новый мультфильм. Это никакая не история игрушек, а стопроцентная пародия на супергеройскую вселенную DC. И как пародийная комедия, фильм вышел поистине уморительным. Лего Бэтмена можно назвать Дэдпулом для детей. Столько в нем самоиронии и отсылок. В Дэдпуле шутки начинаются с титров, а тут они начинаются еще до титров. С того, что Бэтмен комментирует заставки и логотипы. Дэдпул помнил предыдущие роли своего актера, а Бэтмену припоминают все его экранные воплощения в фильмах Нолана, Бёртона и Шумахера. И каждый получает хотя бы маленькую лего-пародию. А старому телесериалу с Адамом Уэстом досталось просто бешеное количество отсылок. Вы ведь уже проходили через все это в 2016, и 2012, и 2008, и 2005, и в 97, 95, в 92, 89 и в том странном и непонятном 66. Я сильно постарел. На Лего Бэтмена обязательно стоит сходить фанатам комиксов DC. Для них тут припасена бездна пасхалок и вторых смыслов. На экране появляются десятки персонажей из комиксов, включая как знаменитостей вроде Супермена и Чудо-женщины, так и забытых вроде Лоскутника или Короля специй. Это может показаться попыткой прорекламировать все игрушки из линейки по DC, но сделано это с такой самоиронией, что совершенно не раздражает. Создатели не забыли высмеять и патологическую помешанность Джокера на Бэтмене. Клоун борется с супергероем и рушит мир только ради того, чтобы услышать, наконец, заветное «Ты мой главный враг, я тебя ненавижу». В таком случае злодеев пока нет, я просто сражаюсь с несколькими людьми. А вот те, кто ждал второй Лего-фильм, могут остаться разочарованы. Лего Бэтмен унаследовал от него только один из двух главных плюсов. Уморительно смешной – да, трогательный и мудрый – скорее нет. Конечно, без морали фильм не обошелся. Но уж очень простой, прямолинейный и очевидный с первых же минут. Что ж, «Лего Бэтмен» – это не «Лего фильм 2». Это самостоятельный мультфильм, который больше про Бэтмена, чем про Лего. Именно в этом плане он хорош. Пускай ему не хватает глубины и мудрости Лего-фильма, зато как пародия на вселенную DC, он просто великолепен. Я тоже надену костюм! К счастью, ты оставил его. Опа! О, нет, он у тебя под одеждой. Супер!
Бэппи фильм вышел поистине уморительным. «Лего Бэтмена» можно назвать «Дэдпулом для детей». Столько в нем самоиронии и отсылок. В «Дэдпуле» шутки начинаются с титров, а тут они начинаются еще до титров. С того, что Бэтмен комментирует заставки и логотипы. Дэдпул помнил предыдущие роли своего актера, а Бэтмену припоминают все его экранные воплощения в фильмах Нолана, Бёртона и Шумахера. И каждый получает хотя бы маленькую лего-пародию. А старому телесериалу с Адамом Уэстом досталось просто бешеное количество отсылок. «Сэр, вы ведь уже проходили через все это в 2016, и 2012, и 2008, и 2005, и в 97, 95, в 92, 89 и в том странном и непонятном 66...» Ждали продолжение «Лего-фильма» в том же стиле. Но тут важно не путать. «Лего-фильм 2» пока находится в разработке, а мультфильм про Бэтмена никак не связан с ним по сюжету. «Слышал, в соцсетях только и обсуждают, что мой новый шикарный «Лего-фильм Бэтмен». Это как тот первый лего-фильм, только гораздо круче, потому что он целиком и полностью обо мне любимом». Действие новой картины происходит в городе Готэм, который Бэтмену постоянно приходится спасать от Джокера и его приспешников. Полиция бессильна и может только звать его на помощь. Бэтмен работает в одиночку, живет на собственном острове, играет рок, почти не снимает маску и наслаждается статусом суперзвезды и холостяка. Но неосторожно пообещав опекать юного Робина, он впускает в свою жизнь сына, и это меняет все. В том числе его подход к борьбе со злом. «Вот сейчас я вообще не понимаю, о чем идет речь». «Вы усыновили сироту на светском рауте». «Это же был сарказм! Привет, секретная камера!» Те, кто смотрел «Лего-фильм», наверняка удивятся. Какой еще Готэм? Разве игрушки не живут в городе Лего, расположенном на столе? Однако «Лего-фильм» был не первым фильмом, связанным с этим конструктором. Просто предыдущие выходили прямо на видео. В их числе было много короткометражек про «Лего Бэтмена». Именно на них и похож новый мультфильм. Это никакая не история игрушек, а стопроцентная пародия на супергеройскую вселенную DC. И как пародийная комедия... «Я сильно постарел». На «Лего Бэтмена» обязательно стоит сходить фанатам комиксов DC. Для них тут припасена бездна пасхалок и вторых смыслов. На экране появляются десятки персонажей из комиксов, включая как знаменитостей вроде Супермена и Чудо-женщины, так и забытых вроде Лоскутника или Короля специй. Это может показаться попыткой прорекламировать все игрушки из линейки по DC, но сделано это с такой самоиронией, что совершенно не раздражает. Создатели не забыли высмеять и патологическую помешанность Джокера на Бэтмене. Клоун борется с супергероем и рушит мир только ради того, чтобы услышать, наконец, заветное «Ты мой главный враг, я тебя ненавижу». «В таком случае злодеев пока нет, я просто...» «О, привет! Простите, я тут сочинял чумовые тексты, не заметил вас. Ну, раз вы и так прерывали поток мыслей, расскажу вам про мой новый лего-фильм «Бэтмен». Когда 3 года назад выходил «Лего-фильм», все думали, что это будет просто реклама конструктора. Но создатели преподнесли нам сюрприз и сняли остроумную и трогательную историю, которую не стыдно поставить в один ряд с историей игрушек. А уж какой там был Бэтмен! Суровый, смешной, самоуверенный. Он так всем полюбился, что заработал свой собственный мультфильм. От «Лего Бэтмена» многие...